давайте мы сейчас встанем. Бог здесь, Он на этом месте, Он предваряет вас. Успокоимся, прекратите суету. Давайте мы помолимся, чтобы Господь благословил это служение, наполнил нас любовью и силой Своей. Дорогой Иисус, мы здесь собрались во имя Твое. И мы молим и просим Тебя, Господь, Духом Святым, прямо сейчас, Господи, сойди на нас огнем. Наполни нас любовью и силой от Тебя, Иисус Господь. Благослови это служение. Благослови наших братьев и сестер, кто сейчас спешит на это место. Во имя Иисуса Христа. Боже, говори с сердцами нашими, Отец. Омой нас Твоей пречистой кровью, Господь, и прославься прямо сейчас на этом месте. Боже, прими жертву нашей хвалы, Иисус Господь. Боже, я молю и прошу Тебя, Господь, сверхъестественно, двинься и послужи. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, да будет прославлено Твое святое имя на этом месте. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинство Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворилось. Во имя Иисуса Христа, да будет прославлено имя Господа Иисуса на этом месте. Боже, прославься, Боже, наполняй нас, Господь, и заливай, Господи, от Духа Своего, и пусть свершится Твоя воля на этом месте. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я так, Отец, я так, Отец, люблю Тебя. Вся жизнь моя Тобой полна. Твой Дух живет, Твой Дух живет внутри меня. Я строю царство здесь, как учат небеса. Тебя, Отец, крепко за руку возьму. С Тобою вместе в Твое царство я войду. Ты повелел, чтоб Твое слово возвещал праведностью истинной, Христом Твой утверждал. Аллилуйя, вся слава Тебе, Господь, ведь в слове царствие Твое. Ведь в слове царствие Твое, аллилуйя, и в силе Духа Твоего, в нем есть владычество, в нем есть владычество мое, аллилуйя, я силу принял в Духе от Бога моего. Тебя, Отец, крепко за руку возьму. С Тобою вместе в Твое царство я войду. Ты повелел, чтоб Твое слово возвещал праведностью истинной, Христом Тебя, Отец, Тебя, Отец, крепко за руку возьму. С Тобою вместе в Твое царство я войду. Ты повелел, чтоб Твое слово возвещал. Аллилуйя! Праведностью истинной Ты с Тобой утверждал. Аллилуйя!
Отец. Тебя, Отец, крепко за руку возьму, с тобою вместе в твое царство я войду. Ты повелел, чтоб твое слово возвещал праведностью и стеждай, и снова твой утверждан, да, Отец. Тебя, Отец, крепко за руку возьму, с тобою вместе в твое царство я войду. Ты повелел, чтоб твое слово возвещал праведностью и стеждай, Стоплою утверждай, праведностью истинной, Стоплою утверждай, праведностью истинной, Стоплою утверждай. Аллилуйя, слава Тебе, Иисус! Аллилуйя, слава Тебе, наш Господь! Аллилуйя, наш возлюбленный! Аллилуйя, мы славим Тебя, поклоняемся перед престолом Твоим. Аллилуйя, Бог богов, Царь царей, Господь господствующий. Аллилуйя, аллилуйя. Я верю в Иисуса, верю я, что Он. Наполнена благодарностью, мое сердце наполнено хвалою тебе, мое сердце наполнено
сердце наполнено благодарностью. Мое сердце наполнено благодарностью. Наше сердце наполнено благодарностью к Тебе, наш Господь. Аллилуйя! Да, Господь, мы хвалим Тебя. Мы любим Тебя, Ты Бог благой. Во имя Иисуса Христа вся слава Тебе, Господь. И мы поклоняемся Богу живому, потому что я верю, что Ты на этом месте. Я верю Тебе, Господь, в то, что кровь Твоя, она омывает, она очищает меня. Я верю Тебе, Господь, что Ты ищешь поклонников в духе и в истине. Я верю, что Ты мой Бог-целитель. Я верю Тебе, что Ты мой искупитель. Я верю, и поэтому я Тебе, Господь, воздаю славу, честь и хвалу, Иисус. Вся хвала. Хвала Тебе, наш Бог, все в единстве славе Тебя, наш Бог. Вся хвала Тебе, наш Бог. Ой, аллилуйя, Господу, слава, аллилуйя, Господу. Вся хвала. Вся хвала Тебе, наш Бог. Вся хвала Тебе, наш Бог. Все в единстве славе Тебя, наш Бог. Вся хвала. Вся хвала Тебе, наш Бог. Ой, аллилуйя, Господь. Аллилуйя!
Бог, Всевидящий и славен Тебя наш Бог. Вся хвала, 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 тебе, тебе, тебе наш Бог. Вся хвала, честь, поклонение только Тебе одному, Богу Всевышнему. Аллилуйя, хвала, хвала Тебе, Господь. Мы благодарим, Отец, за Слово Твое, которое есть светильник ноги нашей, Господь. Мы славим Тебя и благодарим за Слово Твое, Отец. Аллилуйя, что Ты даешь каждого из нас, и мы, Господи, держимся за Слово Твое. Он есть питание для нас, для духа нашего. Славим Тебя и благодарим Тебя, Отец. Аллилуйя. Хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Я хочу исполнить волю Твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи любишь Ты. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Аллилуйя.
прошу, научи меня любить, как любишь ты. Очисти меня кровью своей и дай мне сойти с твоих путей. Очисти меня кровью своей и дай мне сойти. Святый Господь, освети нас, чтобы мы были достойны, Господь, стоять перед Тобою. Слава Тебе, честь, хвала, Господь. Аллилуйя, Ты, Господь, великий, всемогущий, вечно живущий. Тебе хвала, честь, поклонение. Отдаемся, Господь, Твои святые руки, Господь. Веди нас путем Твоим святым и истинным, новым и живым. Аллилуйя! Аллилуйя! Бог всемогущий нашел меня. Бог всемогущий оправдал меня. Бог всемогущий держит руку на мне, сияет Его слава во мне. Бог всемогущий, Бог всемогущий нашел меня, Бог всемогущий оправдал. Держит руку на мне, сияет Его слава во мне. Пой, аллилуйя! Пой, аллилуйя! Пой, аллилуйя! Пой, аллилуйя Господу! Аллилуйя! Ой, аллилуйя!
меня, Господь. Поем Тебе, аллилуйя. Пой, народ Божий, аллилуйя. Господу великому, вечно живущему, превознесенному, пой, народ Божий. Аллилуйя Тебе, Иисус! Хвала Тебе, Иисус! Аллилуйя! Ой, аллилуйя! Ой, аллилуйя! Господь, поем Тебе, аллилуйя, вся слава Тебе, Иисус. Поклоняемся Богу живому, потому что мы церковь Твоя. И вся слава Тебе, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя. Да, Господь, Ты тот, кто спасает. Церковь Твоя ждет Тебя. Иисус, вся слава Тебе, вся слава Тебе поклоняемся, потому что Ты даешь нам эту свободу, Ты даешь нам все для победы. И я благодарю Тебя, Иисус, благодарю Тебя за каждое слово Твое, за каждое откровение Твое, за каждое мгновение Твое. Аллилуйя, вся слава Тебе, Иисус, вся слава Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Ждет тебя твоя невеста, ждет.
приходи ко мне, Господь мой. Приходи ко мне, Господь мой. Мой возлюбленный, ждет тебя твоя невеста. Ждет тебя твоя невеста. Церковь ждет. Спасибо тебе, драгоценный Дух Святой, что ты любишь свою церковь, что ты создал церковь, и врата ада не одолеют ее. Спасибо тебе, Господь, за твою любовь и милость. Мы славим тебя на этом месте. Воздайте Богу славу. Он здесь, Он на этом месте. Он каждого из вас предваряет. Славьте Господа, ибо Он благ. Ибо вовек милость Его к нам. Его милость к нам, она вовек. Боже, спасибо тебе, Иисус. Боже, мы благодарим тебя, Господь, что ты нас поселил в этом городе. Мы славим и превозносим твое святое имя, Отец. Боже, мы благословляем город Сочи от края до края земли, Господь. Мы благословляем весь народ, живущий в этом городе. Мы благословляем тех, кто приезжает отдыхать. Мы молим и просим тебя, Господи, храни этот город, оберегай его, Отец. Подними город Сочи как город веры, как город правды. Во имя Иисуса Христа, Господи, заступись за этот город, Боже. Поставь огненную защиту и ограду над этим городом. Да не прикоснутся стрелы лукавого. Во имя Иисуса Христа, Боже, мы благословляем всех.
все власти и начальства в этом городе. Во имя Иисуса Христа, Господь, Боже, руководи этим городом. Боже, покрой своим покрывалом любви этот город. Наполни его Твоей славой. Наполни Твоим величием, Иисус Господь. Боже, да придет достойный плод покаяния в город Сочи во имя Иисуса Христа. Боже, мы благословляем все церкви живого города в Сочи во имя Иисуса Христа. Мы благословляем каждого служащего пастора во имя Иисуса Христа. Боже, благослови церкви Вифания по всему лицу земли, Господь. Благослови каждое служение, Господь. Мы благословляем нашего епископа Сергея Юрьевича. Мы молим и просим Тебя, Господь, поднимай новые церкви. Благословляй, Отец, изливай от Духа Своего. Наполняй Твоим миром, наполняй Твоим покоем. Дай Твое водительство, Господи, на каждое дело рук их, Отец. Во имя Иисуса Христа, Боже, мы молим Тебя, Господь. Боже, благослови этот город, наполни его любовью. Боже, пусть придут потоки живой воды в этот город. Боже, пусть придет достойный плод покаяния. Боже, мы жаждем, Господь, пробуждения этого города. Боже, пусть придет поздний дождь и ранний дождь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисус, люблю Тебя. Иисус, люблю Тебя. Мне нет жизни без Тебя, Иисус, люблю. Иисус, люблю Тебя. Иисус, люблю Тебя. Иисус, люблю Тебя. Мне нет жизни без Тебя. Открыв с утра свои глаза, я поднимаю в небеса, ищу я Твоего лица. Ведь Ты так дорог для меня. Навстречу я к Тебе бегу, я встретиться с Тобой хочу, чтобы увидеть мне Тебя и сказать о том, что я. Спаситель на этом месте. Аминь. Аллилуйя. Воздай славу нашему Господу, нашему Спасителю, нашему Богу, живому Иисусу Христу. Аминь. Аллилуйя. Знаете, говоря имя Иисуса Христа, весь ад боится. Потому что, знаете, именно Он победил дьявола, дела дьявола и все планы, все планы дьявола. Он победил. Аминь? Он победил, говори. Иисус победил. Слава нашему Богу. Я хочу говорить человеку, который первый раз на таком богослужении. Хочу говорить о покаянии, о начале пути, как приближаться к Богу. Это очень важно. Очень важно, чтобы человек приближается к живому Богу, открывая сердце, принимает Иисуса Христа. Это очень-очень важно. Аминь. Знаете, покаяние – это сердце Евангелия, спасение – это сердце Бога, чтобы каждый человек имел жизнь вечную. Аллилуйя. Принимая Иисуса Христа, человек, который принимает, говорит: Господь, я принимаю Тебя, и открывая сердце, он принимает Бога Отца, и он принимает Духу Святому. Аминь. Аллилуйя. Это очень-очень важно. Слава Богу, Иисус Христос говорил такие слова, Марка 1:15. Покайтесь,
и веруйтесь Евангелие. Две важные вещи – покаяние и веруйте, то есть то, что мы сейчас проповедуем, это и есть Евангелие, то, что мы проповедуем. Мы не говорим, знаете, вот так, человеческие моменты, вещи и так далее. Мы говорим о Христе, о покаянии, о рождении свыше, о спасении. Мы говорим то истину, которую Иисус дал нам власть говорить. Аллилуйя. Слава Богу. Есть одна чудесная история. Это от Иоанна 20 главы. Очень прекрасная история, где Иисус Христос по плоти, вот так, видимо, не существовал в этот момент, и по плоти существовал, то есть видели и не видели. Это очень интересно. Это было тогда, после сразу Его воскресения, когда Иисус Христос воскрес, и Он решил посетить ученикам. Представляете, как интересно. Он воскрес, и Он решил посетить ученикам. Почему? Чтобы мы это читали, очень явно и ясно понимали, что Он невидимый Бог, и Он здесь. Я скажу стопроцентно сказать вам, что Иисус Христос здесь. Я сейчас буду доказать это. По Его словам, что Он на самом деле здесь. Амен, народ Божий. Это не просто, что мы говорим устами, Иисус здесь и все. Нет, Он по-настоящему здесь. Давайте почитаем эту историю. Вот очень интересная, назидательная история. Это его после воскресения. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики от иудеев, ученики его были заперты из опасения от иудеев. Они боялись после воскресения Иисуса Христа и вместе собирались. Ученики были вместе, но они боялись от иудеев. Об этом знал сам Иисус Христос. Пришел Иисус, представляете, и стал посреди и говорит им: «Мир вам». Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались увидеть Господа. Знаете, вот я здесь стою, да, вы меня видите. И это очень легко и очень правильно, что мы видим. Но есть невидимый мир. Но есть, что ты сердцем видишь, сердцем понимаешь, сердцем чувствуешь, сердцем веришь. Вот это более выше, чем вот мне видеть здесь. Аллилуйя. Итак, Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вам». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Любой человек, который принимает Иисуса Христа, он принимает Духа Святого. Иисус просто не приходит один, Он приходит Отцом и Духом Святым, жизнь человека. Знаете, очень многие люди хотят покаяться, чтобы было хорошо, чтобы семья была в хорошем отношении. Это очень хорошо, это очень хорошо, и это действует. Но самое главное, то, что человек принимает Иисуса Христа, человек принимает прощение грехов, то, что Бог простил мои грехи. Посмотрите, первостепенное, то, что прощаются грехи, и человек принимает жизненная страховка, жизнь вечная. Если ты сейчас пойдешь и умрешь, ты не умрешь. Ты имеешь уже жизнь вечная. Ты уже будешь на небесах. Мы будем часто говорить об этом, потому что это реальная истина. Аллилуйя. Итак, посмотрите. Вот интересная вот история. Когда был Иисус там, один из учеников, его имя Фома, он не был в этом комнате. Иисус пришел, наставил ученикам, дунул Духа Святого, сидел с ними,
Представляете, закрытые двери, но Иисус Христос войдет. Любой закрытый дверь, закрытое сердце, Иисус может войти. Аминь. Один из них учеников там не был, Фома. И когда он приехал, пришел, ему сказали: слушай, наш учитель был здесь, Иисус Христос. Он сказал: я не верю. Я не верю. И Слово Божие говорит. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перстя моего в раны его гвоздей и не вложу руки мои ребра его, не поверю. После 8 дней опять были в доме ученики его, Фома с ними. Пришел, представляете, Иисус, когда двери были опять заперты, стал посреди них и сказал: мир вам. Представляете, через 8 дней лично для Фомы Иисус Христос, слыша весь этот разговор, то, что ученики ему сказали, Иисус был здесь, он после 8 дней он посещает опять то же самое место, чтобы показать, проявить себе Фому. Я хочу сказать, точно такая же история сегодня. Иисус на этом месте. В любом месте, где ты есть, где ты веришь в Иисуса Христа, где ты его принимаешь, Иисус там. И посмотрите. Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи ребра мои. И не будь неверующим, но верующим. Обязательно нужно верить. Верить, это очень нужно. Верить, соглашаться, открыть сердце, признавать, что Иисус Бог. Аллилуйя. Фома сказал ему ответ: Господь мой и Бог мой. Полное признание стопроцентное, что Иисус Христос Бог. Господь мой говорит и Бог мой. Вот посмотрите, какие чудесные, вот знаете, вот откровения. Откровение Фомы, то, что дал Господь через того, что он посетил. Это очень важно, дорогая церковь. Дорогие люди, которые первый раз на таком богослужении, очень, очень важно, чтобы ты верил, что Он Господь и Бог, потому что Он страдал за тебя, потому что Он умер за твои грехи, потому что Он воскрес, чтобы ты сегодня мог признаться Ему Богом и Спасителем. Аминь. Аллилуйя. Итак, Иисус говорит ему, очень внимательно слушайте, пожалуйста, ты поверил, он говорит ученику этому, ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие. Смотрите, он хочет сказать, блаженны, то есть больше те люди, которые мне не видят, но верят, они блаженные. Потому что, говорит, ты видел своему собственному глазам. Потому что я хотел тебе показать, проявить мою славу, что я живой Бог. Чтобы это Писание было написано. Чтобы сегодня ты и я знали, что Иисус Христос, Он невидимый Бог. Когда-то Он был здесь, Он не видел, но Он слышал весь разговор Фомы. Он весь разговор ученикам слышал, что они говорят. И он пришел, и Фома поклонялся. Господь мой и Бог мой. Сегодня тот же самый Иисус Христос, Господь и Бог, который есть, был и грядет. Он на этом месте. Сегодня Господь хочет, чтобы ты искренне признался: Господь мой и Бог мой, и принимал этого Господа и Бога и Его Духа. Аминь. Аллилуйя.
Все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь вечную. И веруя, народ Божий, имели жизнь вечную. Есть вера, есть жизнь вечная. Нету вера, нету жизнь вечная. И веруя, имели жизнь вечную. Слава Богу, знаете, веруя Иисуса Христа, принимая Его, ты принимаешь жизнь. Даже и нам 100% это не открыто, что это. Но по Его словам мы знаем и принимаем жизнь, то есть жизнь – это Иисус Христос, и жизнь вечная. Аминь. Я хочу, чтобы мы молились вместе. Я буду помочь, потому что Иисус сказал, кому простите грехи, тому простятся. Что это значит? Кто мы? Просто имея власть от Господа Иисуса Христа говорить Евангелие, это и действует, простить грехи. Говоря слово, принимая слово, слово и дает тебе простить прощение, проститься грехи твои. Аминь. Аллилуйя. Давайте мы будем сейчас молиться, и те люди, которые первый раз, или те люди, которые хотят обновить покаяние, или те люди, которые до сих пор не понимали это, не понимали, что важно, очень важно, покаяние, это, знаете, так важно. Через это Бог дает рождение свыше. Человек рождается свыше. Он дает рождение. Он дает рождение. Ты понимаешь Его духу через это. Ты принимаешь Иисуса как своего личного спасителя, потому что Иисус есть Бог, который прощает грехи мира, который прощает нас, который дарует нам жизнь вечную. Он Иисус из Назарета. Аллилуйя! Слава тебе, Иисус! Мы поклоняемся тебе. Мы верим, Господь, что ты Бог есть, Спаситель есть и Господь Бог. Аллилуйя! Верим, что ты здесь. Верим, что ты любой дверь можешь открыть, Иисус. Верим. Верим тебе. Верим тебе. Ты Сын Божий. Ты тот, который изменяешь жизнь людей. Ты тот, который прощаешь. Ты тот, который разрушает дела дьявола в их жизни. Ты тот, который называешься жизнью. Мы поклоняемся тебе, жизнь. Мы поклоняемся тебе, жизнь, Иисус. Аллилуйя тебе. Благослови сегодня моих братьев и сестер. Пожалуйста, Господь. Аллилуйя тебе. Давайте будем сейчас молиться покаянием вместе. А то можно, знаете, присутствие Иисуса Христа часами, часами оставаться. Потому что на самом деле, когда ты говоришь о Евангелии, о Иисусе Христе, Он проявляет свое великое присутствие. Аллилуйя! Отец Небесный, я прихожу к тебе. Я грешник. Прости меня. Я делаю мои первые шаги. Я приближаюсь к тебе. Приближься ко мне. Я принимаю решение принимать Иисуса Христа как своего личного спасителя. Открывай мое сердце. Приглашаю тебе, живой Иисус, живой жизнь. Приди во мне. Благослови меня. Меняй мою жизнь. Аллилуйя! Я принял мое решение. Спасибо тебе, что ты услышал моя молитва. Прости все мои грехи. Спасибо тебе, жизнь Иисус. Благодарю тебя. Славлю тебя. Мы как власть, имеющаяся от Господа Иисуса Христа, церковь и тело Иисуса Христа, поднимаем наши руки. Благословляем наших братьев и сестер. Да придет благословение.
придет жизнь, да придет обновление во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Имея власть Иисуса, разрушаем все рук дел дьявола. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.